Проводя миролюбивый курс в международных отношениях, Республика Узбекистан в то же время берет на себя функции защиты жизни и достоинства своих граждан, осуществляет неотъемлемое право на оборону в соответствии с уставом ООН, обеспечивает военную мощь и оборонную способность государства. Военно-патриотическое воспитание – составная часть воспитания молодежи. В основе теории и практики военно-патриотического воспитания положена Конституция Республики Узбекистан, идеи президента о патриотизме и защите суверенной независимой Родины, законы, постановления Олей Мажлиса, положение военной педагогики, психологии, военной науки и других. В целях военно-патриотического воспитания молодежи в Алмалыке, как и по всей республике, продолжается проведение различных мероприятий с участием военнослужащих. Одно из них прошло в микрорайоне 27 лет независимости. Участники мероприятия смогли ознакомиться с различными видами оружия и техники, состоящей на вооружении армии Узбекистана. Большой интерес вызвали показательные выступления военнослужащих, продемонстрировавших приемы самообороны. А также чудеса дрессуры показал кинолог со служебно-сторожевой собакой.